Привет, друзья, на связи Алексей Лифанов, и сегодня 14 октября 2018 года. Я вылетаю в город Калининград на съемки телеканала «Россия-24». Прилетел я в Калининград, солнечно, да, можете увидеть, что тут солнце светит. Так, ну вот, только что заехал в квартиру, то есть я стараюсь всегда, когда приезжаешь в какой-то другой город, снимать именно квартиры посуточно, не гостиницы. Сейчас пойдем смотреть город, то есть это новое место, это центр. Так, ну сейчас посмотрим музей янтаря. Вот настоящий янтарь. Вот такой красивый сад, музей янтаря. Один из таких катеров я в свое время купил на торгах и потом успешно продал. Вот это вот рыбацкая деревня, вид уже со стороны второго моста. Все мосты разводные. Это вот центральное здание Калининграда, немецкой постройки. Видите, какие красивые, разноцветные. В гостях в Калининграде у нас Олег Селифанов. Академия торгов по банкротству. И Дмитрий Смелов. Да, и Дмитрий Смелов. Вот сейчас мы встречаем съемочную группу и будем выдвигаться уже на первую локацию. На первую. Вот он, Манас стоит. Где? Вот он справа, белый. Вот это тоже, да, бетонный? Со стрелой, да, вот это. Ага. Приходите на наш мастер-класс, где вы получите пошаговый план, как покупать на торгах ликвидные автомобили почти без конкуренции со скидкой 50-90%. На примерах реальных историй наших студентов мы покажем вам, как находить покупателей на автолоты еще до участия в торгах, и расскажем секрет покупки объектов абсолютно без рисков. Запишитесь на мастер-класс прямо сейчас. Снимаем с «России-24» спецрепортаж по покупке Димой вот этого автобетонного насоса мановского. Состоянии машина сейчас находится в Калининграде, уже готова к работе. Вот такое вот у нас было приобретение, вот такой вот успешные торги, и буквально завтра уже поедет. Завтра замечательное приобретение. Сейчас будем снимать еще один сюжет по поводу покупки, продажи вот такого трех таунхаусов на торгах. Это один таунхаус, один дом, да, и вот три секции. 101, по 100 квадратов. Да, 101 квадратный метр, посерединке 86 квадратных метров, и справа тоже 101 квадратный метр. Каждой секции, у каждой, есть свой клочок земли на отдельном кадастре. 4 сотки, 5 соток и 5 соток. То есть у каждого еще есть свой адрес, своя земля. То есть каждый хозяин будет жить. Ну, то есть все документы уже готовы. Да, все. Либо можно себе купить хорошее жилье, довести его до ума, приобрести очень с полцены приобрести. И жить в пригороде. И жить в пригороде. На свежем воздухе. Отличная инфраструктура, на свежем воздухе. Угу. Все рядом, все в доступности. Все бетонно. Стены отлиты, это все бетон. Знаешь, это бетонный каркас. То есть это железобетонный дом. Слушай, а здесь вот, уже вот все. Здесь уже видишь комната, да. Гипсокартон. Уже видишь, вот о чем я говорил. Видишь, уже не так страшно, да? Все, остается только под уголочек перфорированный, все очень покривать. Полы надо залить самовыравнивающим раствором. Все. И будет отлично. Немецкий дом, чисто немецкой кладкой, сразу видно в форме крыши. И вот эта черепица, ей уже больше 100 лет, это точно. И прям видно. Целые поколения все, нажили, да? Вот эти все настоящие немецкие кирпичи, нетронутая немецкая крыша, кладкая. Вот этим домиком, ну, где-то 120-130 лет, это точно. И таких в Калининградском регионе, слава богу, еще много. В каждом доме практически, вот в таких населенных пунктах, ну, типа, как поселок, да? У них на втором этаже идет вот печка, да? И на второй этаж дымоход идет обязательно с расширением, это коптилка. Ну, знаем, да, мясом немцы занимались, да. Копчением, колбасами, всеми деликатесами. Слушай, а здесь, как думаешь, есть коптилка? Обязательно должно быть. Должна быть. Должна быть, да, там расширение трубы, там что-то такое обязательно, да. Если не перекладывали трубу на чердаке, то обязательно, да. Будем снимать, как Дима у нас рыбачит. Поедем на море и, соответственно, попробуем поймать камбалу.
бросили. И ждем звонки на видеоматериалы. То есть тех людей, интересующихся, интересантов, да, как мы их называем. Мы же с той же самой забросили, теперь ждем. Вот в Балтийском море живут и прекрасно себя чувствуют лебеди и утки. Вот во время рыбалки к нам пара лебедей приплыла. Мы ловим либо камбалу, либо белого лебедя. Переворачиваем. Ай, молодец! Отлично! Да, действительно, прямо в утку. А он же под водой сидел. Ну что, друзья, заканчивается мое путешествие в Калининград. Снимали прямо с утра до вечера. Я думаю, даже получилось лучше, чем ожидал. Интересно было. Снимали и инвесторов, и банкротов, и юристов, и нас с Димой сняли. С вами был Алексей Лифанов. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.